Всем привет, мои хорошие! Сегодня у меня мега распаковка. Вот такой вот мешок огромный. От любимого Василька. Сейчас мы откроем этот мешок и посмотрим, что же я заказала на этот раз. Во-первых, это подушка эвкалиптовая. Подушка Престиж. Эвкалипт 50 на 70. Подушка находится в чехле. Чехол на молнии. Так, ой. Что у нас написано? Наполнитель эвкалиптовое волокно плюс искусственный лебяжий пух. Размер 50 на 70. Подушка находится в чехле стеганом. Чехол этот на молнии. Его можно будет снять, постирать. Интересно, она имеет какой-то запах? Запаха никакого нету. Заказала я одну такую подушку себе лично на пробу. Но она так довольно плотненькая. Но почему эвкалиптовое волокно я заказала? Потому что она гипоаллергенная. Она подходит для аллергиков. Ну и потом вот захотелось мне эвкалипту именно попробовать, почувствовать, что это будет. Ну, она как для дыхания, в общем, хорошая. И для аллергиков подходит. В общем, попробую я на такой подушечке поспать. Это вот подушка для меня такая новая. Обычно я брала всегда пух-перо. Вот. Ну, хорошо, что она в чехле. Хорошо, что этот чехол можно снять, можно постирать. Также можно наволочку и одеть. В общем, размер 50 на 70. У меня такие подушки в основном. Я люблю вот этот размер. Пошли дальше смотреть. А что еще такое огромное заказала? Одеяло, девочки. А одеяло я заказала бамбук. Вот такое вот одеяло. Вот такое симпатичное. Оно находится в таком чемоданчике прозрачном. Бамбук, почему заказала одеяло? Вообще бамбук я заказала еще год назад своей дочке. И она и этим одеялом пользуется. Я сама неоднократно уже под ним спала. И мне нравится то, что оно легкое и в то же время дышащее. Под ним не жарко и в то же время не холодно. В общем, оно очень такое, знаете, вот какое-то комфортное одеяло. Я решила себе заказать на свой диван. У дочки двухспальная, а у меня полуторка. У меня размер 140 на 205, а плотность наполнителя 300 грамм на метр квадратный. Ну, это как бы уже такое плотное считается. Ладно, давайте откроем и посмотрим. Вот видно, что одеяло тонкое, а с другой стороны оно теплое, и под ним будет зимой очень тепло и хорошо. Одеяло тоже гипоаллергенное, оно подходит для аллергиков, и оно и влагу впитывает тоже в то же время, вот дышит тело. Хочу сказать, что вот сейчас я у дочки нахожусь, и я накрываюсь одеялом как синтепоновым таким вот, но тело не очень под синтепоновым дышит. А вот это вот одеяло, оно такое дышащее. Тело будет дышать вот через это одеяло. Ну, мне понравилось, я поэтому себе такое заказала. Как раз размер на мой диван. Ну, оденем, посмотрим. Я расстелю его на кровати, и вы посмотрите, как это выглядит.
Вообще одеяло, хочу вам сказать, оно, когда новое, оно такое вот как стоит, а вот уже когда им попользуешься, оно становится мягче и более эластичнее, как вот, как легче даже кажется. Но теперь у меня такое одеялко появилось. Ну и еще для этого одеяла я заказала уже пододеяльник этого же размера. Пододеяльник это бязь, романтика, серый цвет. Это на полуторку. И тоже я его сейчас разверну, мы его посмотрим. Но вообще бязь я люблю. Я заказала специально такой расцветочки, вот нейтральный. Я люблю такие вот не совсем белые, ну такой ненавязчивый такой цвет. Вот люблю голубой, люблю вот такой цвет. Вот такой рисуночек принт, увидите. Ну внизу оно вот так вот, дырка сделана, одеяло туда засунут. Вообще все-таки вот люблю бязь, настолько она такая, вы знаете, как освежающая такая ткань. Она даже вот какая-то вот к телу прикасаешься, она прохладно, прохладу дает. Очень-очень люблю бязь, всю жизнь беру бязь. Хотя может быть и сатин там или еще другие ткани неплохие, но бязь это, конечно, супер. Такая гладкая-гладкая приятная ткань. Ну и наволочку я взяла такого же цвета. Вообще не стала брать полностью комплект, потому что у меня подушка 50 на 70, а в комплектах наволочки идут 70 на 70. Поэтому, ну, я могла бы, конечно, взять на полуторку комплект, но мне пришлось бы дополнительно брать наволочки. Поэтому я беру отдельно простынь, отдельно под одеяльник и отдельно наволочки. Наволочку я взяла одну специально для этой подушки, под одеяльник я взяла специально для этого одеяла. Хотя у меня еще есть постельные комплекты, я брала уже в Васильке, это раньше, в предыдущих заказах. Ну, взяла еще, свеженькая, чтобы было. Вот такая наволочка. Вот такая вот расцветочка. Девочки, пошито все очень аккуратненько, швы все аккуратные. Мне вообще качество ткани нравится и качество пошива нравится, поэтому я заказываю Васильки. Ну а простынь я решила взять другого немножечко цвета. Вот такой, вот такие совушки мне понравились. Простынь я взяла на полуторку, потому что эту простынь я заберу к дочке. Я там сплю на диване, не раскладывая его. И мне нужна простынь поменьше. А сюда на диван я беру простыни побольше, чтобы они спускались чуть ли не до пола. Или чтобы они хорошо уже там заправлялись. Вот. Но мы развернем и посмотрим эту простынь. Это тоже бязь, это я взяла для себя, но спать буду на ней у дочки. Тоже бязь, это 100% хлопок, очень-очень такая гладкая, приятная ткань. Вот такой вот веселенькой расцветочки. Я люблю веселенькую расцветочку. Что я дальше заказала? Давайте пройдемся по вещам. Это же всегда интересно посмотреть, что за вещи. Заказала я сорочку розового цвета 52 размера. Такая сорочка у меня уже есть, но только другой расцветочки. И мне в ней очень комфортно. Я уже ношу ее, ну, наверное, не знаю, с полгода. И эта сорочка, она находится у меня там, у дочки. А эту я взяла, чтобы ходить в ней здесь. Ну или наоборот, эту туда отнесу, а ту сюда принесу. Такой же фасон, но только другой расцветки. И так как 52 размер я уже брала, я знаю, что этот размер мне нормально подходит. Я взяла вот опять 52 размер. Ну вообще мне комфортно домашнюю одежду носить 52 размера. Вот такой фасончик вы уже у меня видели, только здесь голубого цвета.
А сейчас я взяла розовый. Попался розовый, мне нравится, вот с таким жирафчиком. Ну, вы знаете, это сорочка, но я, честно говоря, в ней хожу, как в тунике по дому. Она ничем не выдает себя, как сорочка. Нету здесь никаких рюшечек. Обычная, как туничка. Вот здесь вот она на кнопочках застегивается. И вот просто смотрится очень так привлекательно. Ну, приятная ткань. Это кулирка, это трикотаж. И мне вот очень нравится. Еще я на этот раз заказала подарки для своего сына и для своей невестки. Ну, давайте будем разворачивать и смотреть, что же там я заказала. Я сыну заказала толстовочку вот такого серого цвета. У сына 54-й мужской размер, но толстовочку я заказала на размер больше, потому что она более плотная и она может просто сесть после стирки. А он у меня крупный парень, поэтому вот посмотрим, как выглядит эта толстовочка вообще. Он уже ее ждет, и я уже ждала ее, чтобы на нее посмотреть. Толстовка с капюшончиком. Капюшон внутри черного цвета. Впереди вот тут такие черные тесемки. Манжетик. Манжетик на рукавах, манжетик внизу. И вот такой внутренний идет карман. Карман идет сплошной. То есть это такой, знаете, как рукава. Руки прятать, если замерзнут. Вот. Ну, толстовка как раз вот на весну. Сейчас у нас уже потеплело. И сейчас в самый раз ее можно будет уже и носить. Но очень интересно мне было бы знать, как она сядет на сына. Не будет ли она ему там мала или что? Угадали ли мы размер? Дальше я вижу 56 размер. Это футболочка. Я сыну заказала еще несколько футболочек. Футболка это трикотажная, кулирка, расцветочка такая, называется сафари. Вот футболка, я думаю, будет ему как раз. Ну, довольно-таки такая вот приятная расцветочка для мужчины, мне кажется, это хорошо, хорошая будет, такая симпатичная, современная. Девочки, цены буду указывать внизу. Еще одна вещь, это тоже для сына, и, кстати, тоже интересные расцветочки мы заказали. Мы на сайте сидели вместе с сыном и с невесткой, они сами выбирали вещи, которые им нравятся, и вот я заказала для них такие вот интересные такие вещи. 54 размер эта футболка, тут орел нарисован. Вот такой вот интересный принт. Ну, сын у меня любит черные футболки тоже носить. И черная, когда вот с таким интересным принтом, это же вообще интересно, да, посмотреть. Это тоже кулирка, тоже трикотаж. Вообще, хочу сказать, хороший пошив, качественно все сшито. Воротничок тут идет V-образный. V-образный вот такой. Еще одна футболочка 54 размера, а значит, это тоже сыну.
Вот такая вот идет. Однотонная идет такая вот кулирочка. Это как раз под цвет его глаз. У него глаза голубые. И вот такая расцветочка ему очень идет. Мне нравится. А вот эту вещичку, это 46 размер. Это уже не вески. Это футболочка. Вот такая светлая, приятная расцветочка. Футболочка для невестки. Для любимой невестки. Мне нравится. Между прочим, мне бы тоже такая, да, наверное, расцветочка пошла бы. Я думаю, да, пошла бы. А еще костюмчик. Тоже из трикотажа, 46 размера. Костюмчик тоже для невестки. Вот такой костюмчик для дома. Это трикотаж домашний. Это чтобы было удобно ходить дома. Укороченные такие брючки. Это бриджечки такие. Ну, вот ниже колена они идут. Сверху они на резиночке. Резиночка вшитая. Это кулирка. Мягкая трикотажная ткань и вот такой вот приятной расцветочки. Еще здесь есть кармашки. Хорошенькие такие кармашки. То, что нужно. Два кармана. И вот такая вот футболочка. Футболочка серенькая. И вот с таким вот принтом. Вот такой вот замечательный костюмчик. Наташа сама выбирала этот костюмчик. Я думаю, он ей понравится. И я думаю, на ней он сядет очень хорошо, будет сидеть. Вот. Но мне он нравится уже. Ну и осталось два полотенчика. Кухонные полотенчики 40х70. Оба 40х70. Я взяла такой веселенькой весенней расцветочки, чтобы они радовали глаз и поднимали настроение. Развернем, посмотрим. Это махровые полотенца. Вот такой вот размер. Ну, это можно как кухонное полотенце, можно как полотенце для рук использовать. Вообще я люблю использовать для рук вот такие вот размеры полотенец. Но так как я вот когда готовлю, я часто вытираю, мою руки постоянно. Они мне все время мокрые и очень быстро мне приходится их менять. В общем, обновилась, так сказать. Ну вот и все, мои хорошие. Все обновочки я вам показала. Мне вообще очень нравится Василек, вот этот интернет-магазин, и очень нравятся их изделия. Я уже давно пользуюсь этими изделиями. И, в общем, много очень дома у меня вещей и постельное белье. Все у меня от Василька, от любимого Василька. Сайт на Василек я оставлю внизу в описании. Проходите по ссылочке и смотрите, и находите любимые вам вещи. Очень много нужных вещей там найдете. И постельное белье, одежда для детей, для мужчин, для женщин. Разное. И что очень важно, очень лояльные цены. Ну а на этом я свое видео заканчиваю. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!